Мы представляем Свердловскую область, выступим перед вами на народных инструментах. Ансамбль, лауреат международных конкурсов, лауреат премии губернатора Свердловской области, квартет «Урал». В его составе Алексей Степанов, балалайка, Александр Казанцев, балалайка бас, Артем Тимофеев, баян, и руководитель, заслуженный артист России, Михаил Уляшкин, домра. А начнем мы наш концерт с пьесы Евгения Дербенко «Орловский сувенир». Основоположник нашего жанра, создатель первого великорусского оркестра. Модест Петрович Мусоргский. Именно его имя носит наша консерватория, Уральская консерватория, выпускниками которой мы являемся. И сегодня прозвучит одно из самых ранних его сочинений для симфонического оркестра «Скерцо си бемоль мажор».
карусель. Сегодня прозвучит в обработке Бориса Трояновского. Русские напевы. Автор Николай Ризоль. Шапку потерял. Спасибо.
Перед нами выступил лауреат международных конкурсов «Квартет Урал» из города Екатеринбурга. До свидания, до новых встреч.